Семена капусты белокочанной «Золотой гектар 1432» позволят собрать обильный урожай плотных кочанов, обладающих превосходным вкусом. Этому сорту характерно дружное созревание, что упрощает процесс уборки. Срок созревания длится 80 суток. За это время формируются округлые кочаны весом до 2,5 кг, которые идеально подходят для приготовления овощных салатов. Для посадки семян капусты белокочанной «Золотой гектар 1432» рекомендовано выбирать участки с торфяно-болотистой почвой. Растение отличается неприхотливостью и устойчивостью к перепадам температуры. Капуста белокочанная «Золотой гектар 1432» – это однолетнее растение. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Капуста белокочанная «Золотой гектар 1432» имеет ранний спелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяце август. Форма у плода круглая. Цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.